А когда возникает вот, как бы, вот это вот уже оценивание, возникает определение. Вот есть смотрящий, осознающий, есть внимание, есть предмет, который так-то называется и так далее. Вот это вот уже дифференциация и концептуализация. А до этого есть просто вот смотрение. Но дело-то в том, что человек, он изначально неосознанно концептуализирует на всем, на себе, не на себе там. Поэтому здесь метод оставить просто так, как есть, не получается. Потому что так как человек привык, это концептуализация. Поэтому нужно увидеть эту концептуализацию как концептуализацию, а не наоборот. Если бы, допустим, ребенок, да, с чистого листа, его бы там воспитывали так, что вот это просто вот там смотрение, делание, да, ты потом это себе приписываешь, то у него бы вот эти мысли формировались бы уже, ну или не формировались, они бы были слабые. Вот. Ну, там как бы еще зависит, конечно, от тех концепций, которые у него уже загружены были, скажем, генетически, там вот эти вот все васаны. Вот. Но так или иначе, это бы ослабило его тенденции отождествляться. Потому что, ну, воспитание закладывает многие очень шаблоны с детства, естественно. Вот. А как бы, когда эти привычки уже сформированы, требуется просто вот увидеть эти привычки как привычки. Поэтому вот и здесь нужно это все исследовать. Но это не значит, что это делается постоянно. Это вообще надо просто прояснить. Один раз там, ну два раза там. Вот как папа же говорил, кто говорит вам, вам говорил, что надо исследование проводить, или вопрос, кто я, задавать там 10 раз, допустим. Его нужно один раз задать и просто выяснить это. И в дальнейшем просто ясность, она не позволяет уже больше отождествляться. Вот. А это не техника, не практика задавания вопросов, а, как я говорил всегда, сделать вывод правильный из исследования, из того, что открывается. Вот это важно. Когда вывод не делается, исследование становится техникой. А это все может 50 лет продолжаться вообще ни к чему. То есть и многие из исследований делают технику, медитацию какую-нибудь, там где-нибудь там, ну и делают переживания какие-то из каких-то там открытий своих. То есть это просто вот, ну, непонимание и, ну, скажем так, до этого доходит, как правило, ну, либо сам, редко, либо кто-то говорит об этом. Ну, кому, опять же, это не всем открывается, кому-то это вот, допустим, вы это слышите, вы, соответственно, можете сделать какой-то вывод из этого, что такое исследование, как это вообще производится правильно, да, то есть что не надо из этого делать технику и какую-то практику, а здесь важно именно открыть и понять, сделать, иными словами, вывод. И просто этот вывод, он просто, как вот фокус вы разгадываете, и потом вы уже не обманываетесь. А если вывод не сделан, то как бы все продолжается так же, как и это.